красота сегодня у нас. С утра дождик был. Сейчас тучи, солнышко. Сегодня что у нас, 25-е? Уже листва прет. 25 апреля-то на березе уже хорошие листья. Мы сдали молоко второй раз. Ой, ну красота какая! Все везде, то, что сгорело, уже зелененькое. Здесь у нас погорело вообще вот эти все заграждения. Как оно? Снегозадержание. Но там зато вон свежий березняк в канаве. Теперь он будет держать, да? Все, тучка нашла. Солнышко. Здесь у нас уже готовится к посеву. Все-таки картошку не спит. И решка, что в призой, да, ну, серьезно. Ну, трубы закопали, значит, картошку. Ну, носить. Может, капуста какая-нибудь. Ну, 400 гектаров. Дожди у нас редкость, такая радость. Он маленький хотя бы был. Обещали, там написано до часу, может еще пройдет немного. Там на реке солнце лучи. Вот так. Красиво светится. Так-то я обычно не видно. С этой стороны поля. Здесь только вот свежие пожарища пахнет этим. Пеплом пахнет. Как быстро березы-то позеленели. Это же вообще. Жара какая стояла. Жара 30 градусов. А это ночью сегодня, что ли, выбирали? Вчера вроде не было. Сегодня ночью, да. Да, это у нас. Косая крыша, это когда коса на ней. А что, ты уронил что-то? Ну, ты попросила бы, я бы тебе дала. Лада, ты хочешь помочь? Помочь хочешь, да, Лада? Что, Му? А зачем ты ей деревяшку принесла? Деревяшку она кушать будет? Да. Да? А ты сама деревяшки кушаешь? Смотри. Вот это к низ. Чего к низ? Низ. Чего низ? Лада, что у тебя к низ? Я тоже не знаю. Ой, извини. Быстрее, пока там кто там. У нее еще что-то пытается получаться.
Все, Люба, все, пошли. Пойдем чай пить. Кого нет? Ножек? Как это у них нет ножек? Ложек. Ложек? Да. А зачем баранам ложки? Ой, как много баранов в этом году. Рог? Да. Рогов? Я могу одного погладить. Ты их не поймаешь. О, не все никак не кончится. Я откуда знаю. Ну как один, ты смотри, как там много маленьких-то. Еще много беленьких. И беленькие есть, и черненькие есть, всякие есть. И коричневые. Угу. Пойдем? Пойдем. Вот, то есть показание баранов в Тифоне. Но там две коробки. Вот там много коробок. Это кто, наши орут? Да. Наши орут? Да, наши. А, ну они с баранами здороваются. Смотри на меня. Коровы, интересно, как вас примут баранов? Они что-то прям на них пошли. Коровы. Не знаю, почему они. Интересно, как они, интересно, их воспримут. Они стоят, смотрят на них. Как откуда? Из огорода. Из огорода. Угу. Коровы в кучу сбились. То ли испугались они баранов. Так стоят, смотрят на них. У нас похолодало, уже оделись, сейчас, наверное, градусов 10, может, 15 всего. После тридцатника-то, конечно, тут прохладненько. Миков принес, Люба, иди. Время? Без 15:05. Кофе пить пойдем. Какие домики. Люба, посмотри. Посмотри на меня, Люба. Это 26 апреля. А это те, кто будут в пастухе сидеть. Три годовалки. И Калина в декретном отпуске. Калина, тебе что надо? Дитё никогда не видела. Напугали Калину. У Калины обморок. Очередная троица. Ой, не сшибите. Ой, как хорошо побегать. Ой, как хорошо побегать. Ну, вообще.
Собьют же. Идите туда ко всем. Не пойдете? Нет, ну чем не рысаки? На солнышке, да как хорошо. Ой. Какая прелесть. Ой, мама. Тройка лошадей. Че, ты ко мне хочешь подойти? Ага, это ты на меня смотрел злобно. Ты злобный бык на меня смотрел. Когда рождался. Ну, а здесь мы продолжаем прополку. Вот она, маленькая трава. Вот сколько. Один раз копнула. Не знаю я, как мы справимся с этим в этом году. Что-то прям мне страшно. Как вы думаете, справимся? Или они нас победят? Вот здесь вот участок пороваться будет. То есть там уже в следующем году будем сажать и сеять. В следующем году уже такой безобразия не будет. А здесь, видимо, жарко, влажность, и оно все решило влезть сразу, вылезть. Это, короче, здесь вообще жить. А у меня посажено только 6 грядок. А в планах-то засадить вот от трактора и до забора. Вон оно что. Наверное, можно было и не сажать ничего. Тут один хрен не вырастет.